Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, вы пишете, помогите, пожалуйста, решить проблему. Я встречаюсь с парнем 2 года, 1,5 года были замечательные, потом я начала отставать. Но потому что во всех 40 была виновата я. То есть, если я так правильно понял, то речь идет о том, что вы ссорились из-за чего-то, из-за каких-то обстоятельств, вызывали у вас конфликты, вот. Значит, вы ссорились, не могли найти решение ссор, судя по всему. Вот, значит, снова и снова вы ссорились. То есть я, конечно, здесь не уверен, да, я не уверен. Вот в этом. Вот. Поэтому тут, собственно, такой момент. Вот. То есть мне видится, что вам нужно как-то вот поисследовать данный вопрос. А вот, значит, и посмотреть, из-за чего же вы, собственно, ссорились со своим парнем, вот, вследствие чего вы ссорились с человеком, вот, по какой причине у вас это происходило, вот, и, соответственно, определиться с ответственностью за эти ссоры, вот, то есть, посмотреть на причины конфликта. Потому что, ну, вполне может быть, что вы, значит, ну, берете на себя ответственность, ну, чересчур большую ответственность, вот, вы на себя берете. Возможно, в конфликтах. Вот, и соответственно, такая история. То есть вы начали остывать и охладевать, вероятно, в том числе и по этой причине. То есть именно по причине вот того, что слишком сильно были вовлечены в конфликт эмоционально.
Дальше, значит, раньше я постоянно извинялась, видимо, чувствовали вину, чтобы только не поссориться еще больше. Здесь у вас, по-видимому, имеет место быть страх, то есть страх ссоры, вот, который, ну, желательно проследить, что за ним стоит, за, собственно, ну, за страхом ссоры, да, вот. Почему у вас он возникал, почему вы так боитесь, ну и боитесь или боялись ссориться, из-за чего, из-за чего. Дальше, значит, так, только не повторяю, значит, больше меня часто оскорблял, унижал. Опять же, у природы такого отношения, точнее, есть свои основания. То есть, если человек вас оскорбляет, унижает, ну, значит, у этого есть причина. Вот. Надо бы, соответственно, поисследовать, что это за причина. То есть, с какого момента человек начал вас оскорблять и унижать, почему вы позволяли ему себя оскорблять и унижать. Вот. То есть, здесь история такая. Значит, расставались дня на два, но все равно сходились. То есть, из-за чего расставались, когда сходились, соответственно, как это было обставлено, да, то есть, были ли приняты какие-то решения. Совсем недавно мой бывший оценил мою фотографию, мы списались, начали общаться, вспоминали все прошлое, он живет в другом городе, час ездил на машине, вот он мне сказал, в среду приеду, встретимся обязательно. Я, естественно, сказал, почему естественно? То есть, это опять же непонятно, да, вот вы пишете, что все равно сходились, мой бывший оценил мою фотографию, почему бывший, то есть когда-то вы расстались. Момент расставания вы никак не описываете здесь, когда вы решили расстаться совсем. Сколько времени вы были без расставания, ну, не вместе. Вот. Почему естественно согласились? Приехал, встретились, нахлынули чувства прежние, соответственно, случился секс. И как мы сознательно отнеслись к сексу. То есть, что он для вас значит? Потом еще, так продолжалось месяц, полтора, я встретила с двумя парнями, получается. Откуда появился второй парень, ладно. Как он появился, как вы сами все это, как бы, воспринимаете. Так, пока он не сошелся со своей бывшей, идут удар в спину. О чем вы говорите? О каком ударе в спину вы говорите, если вы встречались с двумя парнями? Не очень понятно, кто кого ударил. Очень страдал. От чего вы страдали? Со временем начала стоять, но все равно, как увижу фотки с заметной, так и истерика здраво. Со своим парнем табаком были мне хорошо, но быть мне не хочу, и расставаться тоже не могу, боюсь остаться одна, да и тебя знает совесть. Ну вот, я бы начал с исследования того, почему вы боитесь остаться одна. Я бы начал с исследования этого момента. Вот. Ну, тут примерно так. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи!